Чувашии в Крыму. Почтовое отделение республики поступил конверт с изображением одноименной картины Никиты Сверчкова. Конверт, выпущенный издательским центром «Марка» в честь 125-летия народного художника Чувашии, одного из основателей профессионального искусства в нашей республике Никиты Сверчкова. Также в марте будет выпущена немаркированная почтовая открытка, посвященная 80-летию народного художника Чувашии, автора государственных символов республики и герба города Чебоксары Ильи Юрьева. На открытке поместят копию его картины «Натюрморт с серпом».